Приветствую вас. Я увидел ваш вопрос еще сутки назад. Я подумал, что ну, он очень важный, ваш вопрос. Вот. Но ответить мне тогда не было возможности на него. Соответственно, я думал, что, мало ли, может быть, вы за то время, пока я не могу ответить, ну, примите ответ одного из моих коллег и, соответственно, будете работать с проблемой, которую вы обозначили, вот. Но этого не произошло, то есть, грубо говоря, вы не выбрали лучший ответ и, как я понял, даже не заходили на страницу вопроса уже больше суток. Вот. Но надеюсь, что мой ответ вы все же прослушаете, потому как ваш вопрос, он действительно очень важен. Итак, мне 21 год, и всю жизнь меня сопровождает проблема, которая не дает мне возможности быть счастливой. Ну, вот здесь, наверное, будет первое замечание, да, первый комментарий такой, это то, что вы склонны драматизировать все, очевидно. То есть склонны ухудшать реальное положение вещей. Вот. Потому что вы говорите, что вам 21 год, и вы уже говорите, что всю жизнь вас преследовала проблема, которая не позволяет вам быть счастливой. То есть, да, я могу представить, что у вас недостаток любви, вот. Правда, непонятно, недостаток чьей любви, любви кого недостаток у вас. Вот. Это вот то, что непонятно. Но то, что у вас проблемы с мужчинами в 21 год, это явно здесь идет, знаете, ну, не преувеличение в классическом смысле слова, не преувеличение, нет. Я бы сказал, что это скорее сверхмотивация. Сверхмотивация на то, чтобы построить отношения с мужчинами, собственно говоря, которые, ну, скорее всего, это чувствуют, что у вас есть сверхмотивация выстраивать с ними отношения, чувствуют, что вы хотите этого, ну, хотите отношений с ним, с ними, вот. И из-за этого они, соответственно, начинают вас меньше ценить. Вот. Конечно, важный момент – это вот именно то, значит, что представляет из себя вот это вот ваша потребность в любви, как вы говорите. То есть, что она из себя представляет? Что она в себя включает, эта потребность в любви? Вот. Значит, ну, то есть, понятно, да, о чем я хочу сказать, что есть такая склонность к драматизации. Ну, может быть, это у вас жертвенная позиция, может быть, это у вас действительно такая
ну, такая, знаете, склонность к тому, чтобы видеть негатив там, где его нет, но, как мне кажется, дело все-таки сверхмотивация. Дело именно в этом. Значит, смотрите, вам не хватает любви, то есть вы не чувствуете, что вы любимы, да? И, соответственно, отношения с мужчинами, они вам нужны именно для этого, да, чтобы почувствовать себя любимой. Вот. Здесь есть одна тонкость, которую, я надеюсь, мы с вами сможем понять. Дело в том, что вам, именно вам, любовь нужна. Так, вам любовь нужна так, как хотите получить ее именно вы. А другие люди любовь могут дать так, как они могут ее дать. То есть, грубо говоря, у каждого человека есть свои, ну, скажем так, ресурсы на предоставление любви. И то, что вы нуждаетесь в любви, и хотите ее, и требуете ее от, ну, человека, например, от мужчины, это обуславливает то, что вы не можете выстроить отношения, потому что в данном случае мужчины чувствуют, что не могут дать вам того, что в чем вы нуждаетесь. Ну, не могут они этого вам дать при всем желании. Либо они чувствуют давление на себя с вашей стороны. Вот. То есть они просто чувствуют давление, чувствуют, что, ну, чувствуют, что вы давите на них. Опять же, по тому, что хотите получить то, в чем вы нуждаетесь. То есть, грубо говоря, для того, чтобы отношения с мужчинами получались, вам необходимо перестать нуждаться в любви именно от них. Вот. Это именно вот, чтобы отношения с мужчинами получались. Именно чтобы отношения с мужчинами складывались хорошо. Но потребность в любви, она важна. И если у вас она, эта потребность, не удовлетворена, то ее нужно удовлетворить. И до тех пор, пока она не удовлетворена, потребность эта в любви, вы, собственно, будете испытывать трудности. Вы будете испытывать трудности, значит, с взаимодействием с мужчином. Вот. Но сама по себе потребность нуждается в удовлетворении. И она нуждается в удовлетворении самостоятельно вами. Как? Значит, я здесь не буду все подробно рассказывать, наверное, потому что слишком много времени уйдет на это. Скажу только, что потребность в любви удовлетворяется через базовые потребности, которые лежат
в более глубоком фундаменте, это потребность в безопасности и потребность значимости, в собственной значимости. Вот. Это основа, это база. Это необходимые условия для того, чтобы потребность в любви была удовлетворена. Безопасность и значимость. То есть, что такое безопасность? Это, значит, ощущение, что вы защищены, то есть, ну, чтобы вы не боялись, да, чтобы вы чувствовали себя свободно. А это, соответственно, личные границы, либо контроль. Ну, контроль — это безопасность со знаком минус, личные границы — это безопасность со знаком плюс. Вот. Значимость — это отношение к другим. Так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, да? И соответственно, отсутствие коммерции в отношениях. То есть, я имею в виду, если вы что-то делаете для человека, если вы что-то предлагаете человеку, то что вам не нужно ждать, что он вам даст что-то взамен. Если вы ждете, что он вам что-то даст взамен, значит, лучше этого не делать вообще, потому что, ну, в таком случае ничего хорошего из этого не получится, вы будете ожидать, у вас будет разочарование постоянно и так далее. Вот. А это то, что касается потребности в любви. Соответственно, как стать значимой? Как установить личные границы? Это, наверное, нужно разбирать более детально, потому что, если нужно, если в этом есть необходимость, да, это нужно разбирать более детально. Если чувство значимости есть, если есть безопасность, если не хватает только любви, то в таком случае можно говорить о проблеме принятия других людей, а значит, проблема принятия себя. Вот. То есть вы не принимаете что-то в себе, и, соответственно, не можете принять других. То, что вы не принимаете что-либо в себе, связано, как это ни парадоксально, с тем же голосом, который говорит вам, как закончится тот или иной роман с очередным мужчиной у вас. То есть, скажем так, то, что вы не принимаете себя, значит, и то, что вам не везет с противоположным полу. Это вещи очень взаимосвязаны. Ибо, понимаете, какая история? Если вы хотите, чтобы любили вас, нужно, чтобы вы любили себя. А вы себя не любите. Потому что у вас недостаток любви. То есть вам нужно, чтобы кто-то другой вас принял. Вас принял. А сами себя вы не принимаете. Сами себя принять вы не можете. Или можете, но не полностью. Если человек сам себя не принимает, то его не примет никто, к сожалению. И вот как раз в этом и заключается основной парадокс, замкнутый круг, так сказать. То есть человек хочет любви, для него это, в общем и целом, нормально, для него это, в общем и целом, естественно, естественно хотеть любви, вот, но, значит,
поскольку он требует этого от других людей, то другие люди ему это не дают, потому что они как бы, ну, не готовы. Не готовы быть родителем для такого человека. Вот. Соответственно, себя нужно принять. Через принятие себя нужно принять других людей. И тогда вы сможете устраивать независимые и равноправные отношения. А в чем заключается, собственно говоря, трудность? Да? В чем заключается трудность? Трудность заключается в том, что принять себя нельзя. По крайней мере, пока. А принять себя не получается. Потому что в детстве вас не понимали и не принимали родители. Но зато они ругали вас и говорили вам, какая вы плохая, и какая вы никчемная, какая вы ужасная, и так далее, так далее, так далее. И вы, стремясь подсознательно к ним, к родителям, стремясь им, родителям угодить, вы, соответственно, повторяете тот сценарий, который они вам вложили. То есть тот сценарий, который сейчас есть у вас, это сценарий, предложенный вашими родителями. И вы, стремясь к близости с ними, с родителями, пытаетесь этому сценарию следовать, подсознательно, даже этого не осознавая. А если вы прислушаетесь к тому голосу внутреннему, который говорит, чем это все закончится, вы, скорее всего, увидите, что этот голос принадлежит кому-то из ваших родителей, который говорит вам о том, что вы не можете выстроить отношения. И связано это подсознательно с тем, что ваши родители, может быть, мама, может быть, папа, не хотели, чтобы вы были лучше, не хотели, чтобы вы от них уходили, не хотели, чтобы вы были, ну, как бы, выше их. И, соответственно, вам был дан запрет на то, чтобы вы были счастливы. Понимаете, в истории жизни ребенка запретов много. Далеко не каждый запрет ребенок будет реализовывать, повторять, притворять в жизнь и так далее. Далеко не каждый ребенок. И далеко не каждый запрет будет реализован им. Для того, чтобы запрет был реализован, нужно решение. То есть нужно, чтобы ребенок принял решение следовать этому самому запрету. И вот вы, судя по всему, следовали запрету, исследуйте запрету, которые дали вам ваши родители. Вам нужно отыскать тот момент, когда вы приняли решение. А было это, скорее всего, где-то в детском возрасте, что, в принципе, представляет определенную сложность, но, в принципе, вполне возможно. То есть вполне возможно отыскать это решение, отыскать этот запрет. И, соответственно, вам позволить разрешить не следовать этому запрету. Вот. То есть
отслеживать, грубо говоря, ваш внутренний голос, который у вас есть, и говорить ему нет, нет, там, мама, мама, папа, тетя, дедушка, бабушка, я буду действовать так, как вот, ну, так, как хочу, так, как считаю нужным. Это первое. То, что касается сценария. Сценарий нужно отыскать, сценарий нужно менять. Вот. В принципе, ну, вы можете это сделать с психологом вот так вот, в рамках индивидуальной консультации, потому что, ну, запрет еще нужно найти, ведь, вот. Вы можете, значит, ну, в рамках индивидуальной консультации это сделать. Либо вы можете на групповую терапию записаться. Вот. И, соответственно, в рамках групповой терапии вы будете уже корректироваться именно в контексте своего сценария. Вот. Вы пишете, что вы пытаетесь быть хорошей, вы пытаетесь быть доброй, вы не стервозные, не проявляете характер и так далее. То есть вы такая вот идеальная девушка, да, идеальный человек. И, к сожалению, парадокс заключается, опять же, в том, что именно такой человек не вызывает интереса и не вызывает уважения. Потому что у такого человека нет своего мнения. У такого человека нет своих желаний. Мужчина в данном случае не чувствует, что он завоевывает. Ну, например, девушку, если мы говорим о девушке, если мы говорим о вас. Вот. Он не чувствует, что он завоевывает. И вся тонкость в том, что нету эффекта завоевания, нету эффекта, вот, я ее покорил. Вы такое впечатление, что мужчине говорите, я готова. Я готова быть с тобой в отношениях. Понимаете? И для мужчины, завоевателя, это, в общем и целом, является, ну, скорее таким прекращающим фактором, а не наоборот. Поэтому подавлять себя и подавлять свои желания и проявлять свой характер нужно, можно и необходимо. Другое дело, что пока вы этого делать не можете. По той простой причине, что вы не принимаете себя. Опять-таки. Вот. И с кем, собственно говоря, мужчины встречаются? С кем? С доброй, угодливой девушкой, у которой нет характера и которая себя не любит? Зачем мужчине такая девушка? Нет, ну вам сейчас 21 год, я думаю, что так-то вообще вы и найдете себе мужчину обязательно, который будет вас использовать, который найдет, так сказать, применение вашим качествам, вот. Ну, другое дело, будете ли вы счастливы в таких отношениях. Я полагаю, что нет. Я полагаю, что не будете.
Дальше, значит, так, причина, то есть с причиной понятно, да? Вы говорите, все мужчины, которые попадаются мне на жизненном пути, никогда меня не любят. Эта формулировка, которую вы используете, она несколько странная, и явно в ней прослеживается ваше, ну, вот такое, знаете, ваша потребность, может быть, в том, чтобы, ну, чтобы вас действительно любили. Вот. Во-первых, никогда не любят. Это термин такой, знаете, по смыслу непонятный. То есть понятно, что любовь, она сразу не приходит. Понятно, что у любви, у нее есть, ну, как бы, свои признаки и так далее. Вот. Вопрос, который я хочу вам задать, он немножечко другой на самом деле. А почему вы считаете, что мужчины должны вас любить? Да еще и все. Зачем вам любовь всех мужчин? Зачем вам любовь, ну, например, каждого мужчины? Зачем она вам? Любовь каждого мужчины. Понимаете? Опять же, чтобы мужчины вас любили, нужно любить себя. Дальше. Так, они могут вновь встречаться и изредка проводить время. Так, ну понятно, они вас не ценят. Я всячески, так, многим я нравлюсь, и на меня постоянно обращают внимание мужчины, но только узнают получше, прекращают общение. Ну, узнают получше, надо видеть, что у вас нет стержня, нету костяка, основа, каркаса ваших желаний, ваших потребностей. Я абсолютно нормальная девочка, что значит нормальная, хотел бы я узнать, я очень хочу взаимной любви. Зачем? Почему вы хотите взаимной любви? Зачем она вам? Взаимная любовь. Для чего? Но для чего вам взаимная любовь? Вы говорите, очень хочу. Но это же вы хотите. Значит, желание ваше. Почему мужчина должен, с одной стороны, отвечать вашему желанию, да? То есть, ну, реализовывать его. А с другой стороны, а почему вы хотите любви? То есть, вы же любите. Когда человек любит, он не думает о взаимности. Вот если человек по-настоящему любит, он не думает о взаимности. Ему достаточно просто того, что он любит. То он любит что-то делать для человека и так далее. Вам нужна взаимная любовь. Вопрос, для чего? Понимаете? Вот. И понять, что пока вы этой взаимной любви хотите, ваши отношения будут очень напряженными. И мужчины будут чувствовать самое что интересно. Мужчины будут чувствовать, что вы хотите от них любви. А это никакому мужчине не понравится. Потому что он не будет чувствовать себя свободным. Он будет чувствовать, что его пытаются привязать к себе. Он будет чувствовать, что его пытаются, значит, ну, как говорят некоторые мужчины, охмутать. Да? И вопрос, опять же, вопрос, вам это нужно? Не думаю, что вам это нужно. Понимаете? Вот. Значит,
то, что вы искали проблему в себе и не нашли, это нормально, вы в себе проблемы не видите. Так, значит, выгляжу я хорошо, умею поддерживать беседу, имею чувство юмора. Для отношений этого мало, чтобы вы выглядели хорошо, поддерживали беседу и имели чувство юмора. Вообще, это необходимые качества для поверхностных, неглубоких, я бы даже сказал, отношений. Ну, так, знаете, на переспать пару раз. Вот, простите за грубость, если вы посчитаете это грубым. Вот. То есть, понимаете, ну, поверхностность очень большая вот здесь, в этом. То есть, как бы, да, вроде бы все хорошо, да, вроде бы вы приятный, да, вроде бы вы красивый, да, все это есть. А вот дальше что? А дальше непонятно что. Понимаете? Ну вот непонятно, что дальше. То есть, ну да, вы будете идеальной женой, да, вы будете ждать мужчину, да, все это будет. А мужчине это зачем только? Можно предположить, что вы, конечно, не встретили своего человека еще. То есть человек, который вот вас бы оценил. Можно предположить. На все-таки 21 год. Только. Но, с другой стороны, я понимаю вашу озабоченность, понимаю, что как бы отношения-то хочется. Вот, да и вот, выстраивать их нужно немножко по-другому. Вот, так, значит, я не стервозна, не холодна, ума не приложу, чем могу его отталкивать. Я стараюсь не показывать, секунду, немного, я запутался. Выгляжу хорошо, значит, умею поддержать разговор. Так, это я сказал. Я не могу понять, почему остальные девушки достойны этого, а я нет. Вот, видите, здесь у вас такой идет уже детский архаизм. То есть, кто-то достойный, я нет. То есть, идет так вот, знаете, своего рода такой карательный, можно сказать, механизм. То есть, они достойны, а я нет. Ну, вот. И опять же, откуда-то эта позиция у вас взялась? Откуда-то? То есть, вы по какой-то причине стали считать себя недостойны. А почему вы считаете себя недостойны? По той же самой причине. По той же самой причине. Что вы себя не любите. Ну а почему вы себя не любите, мы, в принципе, говорили, да? О, вот. То есть поймите, нету достойных и недостойных людей. Все люди одинаковые в плане достоинства. Момент, он немножечко в другом. То есть, если человек ведет себя так, как будто он самый классный, самый красивый, это так и есть для себя, то и другие будут думать так же. Неуверенность, если она есть, это неуверенность, да, она чувствуется, как бы, ну, другими людьми. Она чувствуется, к сожалению. Вот. Это не уверен. Люди ее считывают и ведут с человеком так, как он себя чувствует. Зеркально отражают то, что он о себе думает. Поэтому люди относятся к вам так, как вы сами относитесь к себе. Знаете? Вот и все. Недаром же вот я сказал, да, что значимость это отношение к себе так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились другие. Вот. А вы не относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились другие, потому что вы хотите любви, вы хотите, чтобы к вам относились так.
Ну и, соответственно, к себе-то нужно относиться более ценностно, тогда и другие тоже будут относиться более ценностно. Вы же пока занимаетесь чем? Сравнением. Вы говорите, почему другие достойны, а я нет. Опять же, кто вас этому научил? Кто научил вас сравнивать? Скорее всего, кто-то из ваших родных говорил вам, говорил о том, что вот смотри, как вот девочка Маша, Даша, Саша, Петя, там, вот как они, а ты вот так, и так далее. Ну, скорее всего, что-то такое было. Ну. И я даже думаю, что папа говорил вам, что вы должны быть женственны, что вы должны быть красивы, что вы должны быть привлекательны нашу женщину, а мама говорила вам, что нужно вот, собственно, там угождать, и что нужно, чтобы вы там, не знаю, чтобы вы не проявляли себя там и так далее. Вот. Такая вот история, я думаю. То есть это и есть, по сути, это дело запрет. Это и есть запрет на то, чтобы быть счастливым. Вот. Потому что вы делаете то, что вам говорит папа, так, как говорил вам ваша мама. Вот. То есть, по большому счету, то, что вы делаете, это вполне закономерно, вот, вполне закономерно то, что, вот то, как вы поступаете, вот. Ну, в данной вот ситуации, вот. Но это же не совсем правильно, понимаете, да, я надеюсь, о чем идет речь, вот. Дальше идем. Так, каждый раз, когда появляется, так, значит, я не могу понять, почему так, другие девочки достойные нет, из-за этого я пребываю в постоянной депрессии. И это скоро сведет меня с ума. Ну, во-первых, опять же, откуда такое у вас желание быть с кем-то, на мой взгляд, вот, непонятно, откуда такая потребность. То есть, почему вы этому так много уделяете внимания? Вот. Это первое. Второе. Депрессия. Значит, депрессия – это заболевание, которое диагностируется врачом, и, соответственно, если вы считаете, что у вас депрессия, то ее нужно в любом случае диагностировать. Вот, тут вам рекомендуется в этом случае обратиться к врачу, психотерапевту, либо психиатру, собственно, для того, чтобы он продиагностировал вас. Либо наличие, да, либо отсутствие депрессии. Вот, если, соответственно, депрессия есть, то тут назначаются препараты соответствующие, которые помогут вам просто выйти из состояния депрессии хотя бы ненадолго и адекватно воспринять то, что, допустим, будет говорить вам психолог, ну, то есть психотерапию. Вот. Это такая практика, довольно правильная, да? Вот, дальше.
Я стараюсь не показывать своих недостатков человеку, с которым хочу, пытаюсь сблизиться. Вы считаете, что недостатков нету у людей, что скрывает их, или как? Почему скрывает недостатки свои? Вы серьезно думаете, что люди, вот, они как-то, ну, ожидают, что перед ними идеальный человек, или вы считаете, что у других людей недостатков нет? Или, может быть, вы настолько озабочены тем, чтобы отношения, ну, вступить в отношения, что вам нужно, ну, не показать свои недостатки любой ценой, но тогда вы же понимаете, что это, опять же, это отношения, которые нужны вам, в первую очередь. То есть вы в них заинтересованы в большей степени. И отчасти поэтому мужчины и отходят, потому что они видят, что вы заинтересованы, а мужчина-то он не заинтересован, получается, или получается заинтересован меньше. Вот. А вам нравятся, естественно, мужчины, которые, скорее всего, похожи на вашего отца. Вот, ну, то есть, может быть, они не такие, как каким есть, каким является ваш отец. Но они те, каким вы себе своего отца представляете. Так что я думаю, что эти мужчины явно не те, кто вот хотят, чтобы отношения были больше нужны девушке, а не им. То есть да, поначалу-то, в конце-то, ну, да, как бы дальше они, может быть, и будут как бы менее пассивны, да, то есть более пассивны, простите. Вот. А вначале они хотят девочку твою, так и мужчины, девочка твоя, вот им нужна неприступная девушка, которая уверена в себе. Вот. Так что я думаю, что вот в этом контексте очень-очень важно, чтобы вы для себя вот момент, связанный, значит, с тем, что вы не показываете своих недостатков человеку, для себя зафиксировали. Ибо недостатки есть у каждого, то, что вы своих недостатков не принимаете, это обесценивает вас, а не делает вас, ну, более привлекательной на самом деле. Опять же, скрывая свои недостатки, вы не являетесь честной по отношению к человеку. И, скорее всего, мужчины это чувствуют. Ну, а потом, даже если такие отношения получатся, то вы же сами понимаете, что рано или поздно недостатки проявятся. И что вы будете делать тогда? Большой, на мой взгляд, вопрос, потому что недостатки проявятся, либо будет разочарование, либо будет постоянные скандалы, крики, как так, ты должна быть такой, ну и так далее, так далее, так далее. Вот опять же, весь вопрос заключается в том, хотите вы этого для себя, хотите ли вы таких отношений или нет. На мой взгляд, если вы хотите таких отношений, продолжайте скрывать свои недостатки от людей до тех пор, пока кто-то не увидит вас такую идеальную, не поверит, что вы такая, а потом начнет разочаровываться в том, что в действительности вы, ну, грубо говоря, совсем другой человек. Не такой, каким вот представлялись с самого начала. Опять же, все это зависит исключительно только от вас, понимаете? Вот. Ну, вот в этом контексте. Значит, так, дальше идем.
Идем дальше. Так. Значит, так, каждый раз, так, я не стервозна, не холодна, ума не приложу, чем могу оттолкать. Но каждый раз, когда появляется человек, с которым бы мне хотелось построить отношения, я уже знаю, чем все это закончится. Ну, понятно, это сценарий, вы уже сами к этому сценарию идете. То есть один раз это получилось более-менее случайно, да, то есть, ну, просто вы не осознавали это, как бы. Ага, теперь это уже получается в большей степени осознанно, хотя вы этого можете и, в общем, не хотеть. То есть вы этого не хотите, но все равно все это получается именно, ну, в большей степени осознанно. Потому что вы знаете, значит, чем все это закончится. Чем все это закончится, вы знаете, и, соответственно, вряд ли вы можете с этого сценария свернуться, потому что откуда он, вы, естественно, догадаться, ну, не можете и не можете этого видеть, вот, ну, то есть, было бы странно, если бы вы увидели это, увидели то, почему у вас, ну, такое поведение. Вот. Дальше идем. Значит. Так, все равно, так, ну, внутренний голос, вот у вас внутренний голос, и голос мамы, или, ну, или любого другого родителя, скорее всего, мамы, или отца. Так, поначалу я нравлюсь мужчинам своей застенчивостью, мягкостью, добротой и кротостью. Ну, это чисто внешне. Потом это просто перестает быть интересным. Я никогда не показываю свой характер и не умею быть жесткой. А почему не показываете свой характер, если он у вас... Опять же, что такое характер? Характер — это этическая настройка, которая призвана оправдывать чувства человека. Вот что такое характер. Если вы не проявляете своих чувств, если вы не проявляете своих недостатков, если вы боитесь проявить свои недостатки, боитесь показать их, то и характера у вас нет, соответственно. Ну, на мой взгляд, это вполне логично. Ну, на мой взгляд. И, соответственно, это и является ключевым моментом. То, что свой характер проявлять нужно. Не умею быть жесткой, пишете вы. Опять же вопрос. А хотите ли? Вот. Ну и далее вы пишете, что вы начинаете навязываться, да, и так далее. Я не знаю, как изменить ход событий, пишете вы. Я постоянно жду сообщения или звонка. А от кого ждете? От кого ждете сообщение и звонка? Почему ждете? Зачем ждать? Тут не ждать нужно. Тут нужно брать и делать просто для себя. Вам 21 год. Вы учитесь, вы работаете. Вы, ну, по идее, вы должны учиться, должны работать, развиваться карьерно и так далее. Вот. И в процессе этого вы будете значит, встречать людей, с которыми вы будете знакомиться, который увидит вас человека. Ну. Опять же, непонятен круг вашего общения, круг мужчин, друзей, с которыми вы, ну, взаимодействуете. Если взаимодействуете, то как вы взаимодействуете со своими друзьями, с мужчинами и так далее. Вот.
то тут не надо никого ждать. Ждать можно вечно. Это, на мой взгляд, это абсолютно бесперспективное занятие. Вот. Дальше идем. А я чувствую себя никому не нужным абсолютно. Опять же, момент здесь такой. Если вы чувствуете себя никому не нужным, а вы себе нужны, вот то, что вы чувствуете себя ненужным, вы себе нужны сами. Вот как мне это видится, что не так уж и нужны вы себе сами. Потому что если человек чувствует себя ненужным, значит он не нужен себе. Если человек чувствует себя одиноким, значит он тяготится одиночеством. А человек тяготится одиночеством, потому что не принимает себя. Вам самой собой наедине тяжело, вы время идете звонка. А что вы делаете для себя? Чем вы занимаетесь для себя? Что вы делаете для людей? Для себя, для них, не для себя. Да? Вот это вот разграничение, что вы делаете для себя сами, и что вы делаете для людей при общении с другими людьми. Получается, что наедине вы для себя ничего не делаете, а с другими людьми вы делаете все для себя. Потому что себя-то вы не принимаете, а на людей проецируете свои желания. И вот, собственно, в этом и заключается сложность, парадокс, конфликт, знаете. Плюс, я так полагаю, что, ну вот, как я вижу, да, есть определенное, знаете, противоречие в том, что вы пишете. То есть вы пишете, что вроде бы вы вытягиваете слова из людей, ну, то есть сами вынуждаете их общаться. А тут же вы пишете, что я жду звонка. Так, а зачем до звонка? Вы поймите, что с людьми можно общаться не только как, ну, знаете, как это сказать, как, ну, с мужчиной, да, например. С людьми можно взаимодействовать еще и просто на предмет того общего, что есть у вас. Другое дело, есть ли у вас общее что-то? Есть ли у вас общее с людьми? Согласитесь, это такой очень важный момент. Если нет общего, то почему нет общего? Понимаете? Это важно. Вот. И тогда ждать звонков, в общем-то, не придется. Потому что, ну а смысл? Вы тогда сами будете выбирать круг своего общения, только не любовный, да, не связанный с любовью, а именно вот связанный с какой-то социальной активностью. И уже потом на основании этого будет что-то выстраиваться между вами и другими людьми. Вот так можно ответить вам на вопрос, на ваш. Значит, так, сейчас проверю, ничего не забыл. Так, даже банальное общение у меня не получается сохранить. А потому что общего у вас ничего нет. Между вами и людьми нет ничего общего. Вот, как понять, что вам не так, почему мужчины не хотят со мной серьезных отношений? Ну, во-первых, для чего вам серьезные отношения, это первое. Во-вторых, что для вас серьезные отношения, это второе. А в-третьих, чтобы выстраивать серьезные отношения, нужно быть женщиной. Для этого нужна модель женского поведения. Понимаете? То есть, если вы такая женщина, как сейчас, то вы можете ожидать только, знаете, ну, мужчину такого тирана. Мужчина-тиран или
такой же робкий, стеснительный, как вы, который сам никогда, ну, каких-то решительных шагов не сделает. Но можно представить себе, какие будут отношения и в первом, и во втором случае. Вот. То есть тут надо вот определить модель своего женского поведения. Какая вы женщина? Знаете? Вот эта вот кротость, робость, стеснительность, это скорее детское что-то. Это не, ну, не женское, ну, в плане вот взрослого общения, да? А мужчины, которые вот, ну, такие мужчины, они такую женщину не хотят. Поэтому я бы, знаете, вот, если говорить о работе, да, я бы не только вот поработал над сценарием, над влиянием родителей, над уверенностью в себе и принятием в себе, себя, но я бы еще вот, ну, обратился к женщине-психологу, чисто к женщине-психологу, может быть, даже к коучу, для того, чтобы она помогла вам с имиджем, там, с вашим женским поведением и так далее, ну, то есть, чисто научил бы женщину, вот, показала, чисто как, ну, чисто как женщина, да, чисто как женщина, показала бы вам какие-то моменты женского поведения, вот. Но вообще, вы можете сделать это сами, то есть, выбираете женского персонажа, либо реального, либо вымышленного, вот, и стремитесь на него быть, значит, ну, похожим, вот, похожей. И следите, когда вы принимаете все от этого образа, а когда вы что-то говорите, а вот это вот, это вот, вот не мое, вот это вот мне не нравится, это вот мне не по душе, значит, это не ваше, и все. И от этого вы как бы отказываетесь. В этот момент вы становитесь той самой женщиной, которая потом будет нравиться мужчинам. Вот и все. И помните, что у любого качества должно быть обеспечение. То есть, если вы стеснительны, то этого должно быть обеспечение. А, то есть, ну, уравновешивание, как бы. Вот. Если вы скромны, то хорошо, скромность — это здорово, но, опять же, надо понимать, с кем быть скромным, да? Ну, и когда? Вот, ну, не знаю, по описанию, вот кроме чувства юмора, да, вот кроме чувства юмора и того, что вы стимулируете мужчин на, иногда на общение, вот, вы идеальная женщина для восточных стран. Но вы же не в восточных странах, понимаете, да? Вот, что, наверное, не очень хорошо для вас. Вот. Значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Ответ получился такой довольно обширный. Вот. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!